Бийск может лишиться отделения паллиативной помощи. Сейчас оно находится в 5-й городской больнице. Как нам стало известно, неизлечимо больных намерены перевести в больницу Бийского района. Паллиативное отделение рассчитано на 20 коек. Больные получают помощь в медицинском учреждении, которое находится в поселке Сорокино. Но в последнее время бийчане говорят о закрытии отделения. Версии озвучивают самые разные. Сегодня корреспондент Бийского телевидения связался с главным врачом 4-й городской больницы, к которой и относится паллиативное отделение. Нам пояснили, что в этом году никаких изменений не предвидится, и принимать больных будут в обычном режиме. После преждевременной не имеет под собой никаких оснований. Я не знаю, откуда что народ выдумывает. Отделение остается, пока на этот год все планы выданы, она работает, деньги на нее выделены до Нового года на месте. А что дальше будет, я не знаю. Минздрав разрабатывает стратегию по городу Бийска по реорганизации.